1981, предпоследний год брежневского застоя. В целинных районах Павлодарской области убивают молоденьких девушек. Женщины действительно часто погибают от рук своих мужей, возлюбленных или родственников. Изнасилована и зверски убита одна из последних жертв – 20-летняя комсомолка Малика Дюсимбаева. Убийца хорошо понимал, что он делает, и был уверен в своей безнаказанности. Неужели в районе орудует серийный убийца? Такие преступления ставились на контроле в СССР. Жизнь кажется стабильной и благополучной, но именно в это время в Советском Союзе начинают действовать душегубы Чикатило и Джумагалиев. Откуда в павлодарской глубинке завелся серийный убийца? И что его толкнуло на жуткие преступления? Смотрите об этом прямо сейчас в документальном ретро-детективе «Было дело». Внимание, внимание! Все Второе июля 1981 года. Обычный рабочий день в совхозе «Ленинский». 20-летняя Малика Дюсимбаева, окончив работу в сельской амбулатории, возвращалась домой. Студентка столичного мединститута проходила в совхозе практику. Дядя и тетя Маляки жили неподалеку, километра 3 по грунтовке. Неожиданно рядом с комсомолкой затормозили «Жигули». Водитель предложил ее подвезти. Девушка без страха села в машину. Малика Дюсимбаева, садясь в машину, действительно была уверена, что ей нечего опасаться. У нее было праздничное настроение, а в машине из радиоприемника звучала ее любимая песня. Хит 1981 года «Птица счастья завтрашнего дня». В этот день, 2 июля, у нее был день рождения. Дядя и тетя Маляки накрывали праздничный стол и ждали племянницу. Но домой девушка так и не вернулась. Убийца хорошо понимал, что он делает, и был уверен в своей безнаказанности. Только на следующий день, 3 июля 1981 года, тело Маляки Дюсимбаевой было найдено неподалеку от проселочной дороги, по которой девушка каждый день возвращалась из амбулатории домой. Обнаружили труп Маляки работники совхоза, которых подняли на ноги ее дядя и тетя, не дождавшись племянницы домой. Когда оперативно-следственная группа прибыла на место, то оказалось, что у тела Маляки уже собрались люди. И все кругом было затоптано. Криминалисту сложно было выделить чьи-то следы. Ранее на своих «Жигулях» подъехал председатель совхоза Юрий Кравченко. Даже если на месте и оставались следы протекторов какой-то машины, то идентифицировать их было практически невозможно. Пока криминалист осматривал труп, следователь опрашивал свидетелей. Но никто не видел Маляку после того, как она вышла из амбулатории и пошла домой. Патологоанатом установил, что Маляка была зверски изнасилована. На шее жертвы остался след. Похоже, что ее душили ремнем. Каких-либо других следов ни на теле, ни на одежде Маляки преступник не оставил. На платье жертвы криминалист обнаружил лишь ее кровь. Следствие пока не видело мотива для жестокого убийства Маляки Дюсимбаевой. Кто мог убить будущего врача? Следствию предстояло это выяснить. Для оказания первой медицинской помощи сельским жителям была создана система так называемых фельдшерско-акушерских пунктов ФАПов. Если требовалась специализированная врачебная помощь, фельдшеры направляли пациента во врачебные амбулатории. Там работали основные врачи – терапевт, гинеколог и педиатр. Когда было необходимо, в отдаленные населенные пункты выезжали врачи на скорой помощи. Все зависело от того, в каком районе находилось. Например, вот такие районы, как Североказахстанская, как Читавская область, ну, вообще северные районы, где иногда удаленность одного поселка от другого была 500 километров. И вот фельдшеру приходилось, представьте себе, добираться от одного участка до другого. Я должна сказать, сколько я видела фельдшеров вот те 70-е годы, я всегда перед ними склоняла шляпу, потому что на участках всегда был порядок.
В СССР было множество специалистов, действительно любивших свою профессию и творивших чудеса, скорее вопреки, а не благодаря сложившейся системе. Одни из таких – медработники, считавшие помощь больным, особенно в селах и аулах, делом всей жизни. В пургу, в буран, ее вызвали к роженице. Там, может, какая-то машина есть у соседей или что-то, чаще всего даже на лошади. Поэтому, конечно, наша вот первичная медико-санитарная помощь, которая была раньше, она только достойна уважения. Может быть, не все было сделано, не все было охвачено, но это была та помощь, которая была доступна. Следствие первым делом отрабатывало версию, что на Маляку мог напасть кто-то из знакомых или родственников. Проверили даже алиби ее родного дяди. Но в тот вечер мужчина был дома и ждал племянницу. Это подтвердили соседи. Сыщиков также интересовал близкий круг общения Маляки Дюсимбаевой. Дядя рассказал, что его племянница была сиротой, приехала на практику в сельскую амбулаторию, чтобы быть ближе к родственникам, часто задерживалась на работе. Тетя Маляки сообщила следователю, что за девушкой настойчиво ухаживал молодой скотник Думан Сагитов. Накануне убийства Думан и Маляка сильно поссорились. Тетя Маляки рассказала, что Думан Сагитов не нравился ее племяннице. Родственники тоже считали его недостойным их красавицы. По слухам, парень был не только грубым, вспыльчивым, но и нечистым на руку. Крал в совхозе комбикорм. Думан злился из-за того, что Маляка не принимает его ухаживания. Был очень настойчивым, буквально преследовал девушку. В день гибели племянницы Думан приходил к ней в амбулаторию, устроил скандал и ударил. Тетя была свидетельницей этой ссоры и убеждала следователя, что ревнивец Агитов мог расправиться с Малякой, которая его отвергла. Женщины действительно часто погибают от рук своих мужей, возлюбленных или родственников. Таковы данные статистики во всем мире и сегодня. Поэтому, когда человек убит, то первым делом начинает искать убийцу среди близких. Это первый круг подозреваемых. Следствие стало отрабатывать версию, что девушку мог убить Думан Сагитов. При обыске в его доме оперативники обнаружили модную импортную сумочку убитой. Такая во всем селе была только у Маляки. Сыщики предположили, что Думан мог следить за девушкой. В безлюдном месте накинул ей на шею ремешок от сумочки и задушил. Скотника Сагитова тут же задержали, а импортная женская вещица стала первой уликой в деле об убийстве фельдшера. Магазинов в советском Казахстане открывалось много, но дефицит модных вещей все равно оставался. Хочешь купить импортное платье, туфли, сумку, духи? Будь добр прийти еще до открытия магазина и отстоять многочасовую очередь. Кому не досталось модного импорта, тот закупался у фарцовщиков. Они были частыми гостями в столичных студенческих общежитиях. Парни и девчонки отдавали последние деньги, чтобы выглядеть стильно. Так что у студентки из Алматы вполне могла оказаться дорогая сумочка, которой ни у кого в совхозе не было. Если были продажи такого дефицитного товара, то, как правило, все знали, где этот товар продается. Ну, если сумка была продана, то это как минимум тогда был магазин ЦУМ, либо Восход. Больше такой продукции нигде не продавалось. И в продажу поступало небольшое количество, потому что очень много раньше было автолавок, которые ездили по селам. В село отправляли как минимум одну сумку. Больше там и не брали на продажу, эти автолавки они больше не брали. В городе, да, могли, наверное, продать какое-то количество сумок, там, ну, пускай 50, ну, пускай 100 сумок на весь город, а это капля в море для такого города, как наш город. Конечно, можно было выяснить, тем более, что если сумка дефицитная, она не дешевая. Такую вещь могли купить люди только состоятельные. Ну или те, кто покупал у фарцовщиков, ведь эти сумки продавались также через магазин, если ты купишь по списку, либо у фарцы. А фарца всегда знала, кому продавала. В участке Думан Сагитов категорически отрицал, что причастен к убийству Маляки Дюсимбаевой. Сознался лишь, что крал в совхозе комбикорм. А тех, кто выносил с работы все, что можно было использовать дома или продать, называли в советское время несунами. Думан оправдывался, мол, вышло партийное постановление, что колхозы должны поддерживать личные подсобные хозяйства. Вот он свое личное хозяйство и поддерживал.
рассказал парень о том, как у него оказалась сумочка Маляке. Из показаний Думана Сагитова. Я уговорил Маляку пойти со мной на танцы, но когда мы пришли в клуб, на нее сразу обратили внимание другие парни, начали приглашать на танцы. Маляка соглашалась, танцевала не только со мной, но и с другими. Я, конечно же, разозлился, приревновал, ударил одного из парней, завязалась драка. Я от злости вырвал у Маляки сумочку и ушел. Зачем? Думал, что она сама придет ко мне, попросит вернуть сумку, а я поставлю ей условие, чтобы она встречалась только со мной. Драки молодежи на танцах, которые в конце 70-х стали называть модным словом «дискотека», были тогда обычным делом. Немало парней испортили себе биографию, участвуя в таких, подчас очень жестоких молодежных разборках, стенка на стенку. Тогда за драку на танцах можно было угодить в колонию на несколько лет. Парни выходили из мест заключения со сломанной судьбой и нередко шли дальше уже кривой преступной дорожкой. Сыщики проверили показания Думана Сагитова. На дискотеке все происходило именно так, как он рассказал следствию. Была и драка с парнями, и ссора с Малякой. Свидетели подтвердили, что Думан ушел с танцев с ее сумочкой. Но дискотека была за несколько дней до того вечера, 2 июля, когда убили Маляку. Кроме того, пришли и результаты судебно-медицинской экспертизы. Ремешок от сумочки жертвы не мог быть орудием убийства. Маляка Дюсимбаева была задушена более широким ремнем. А главное, у Думана Сагитова было алиби. Сразу после работы он с парнями вновь отправился на танцы. На дискотеке его видели многие и даже спрашивали, почему он пришел без Маляки. Времени на то, чтобы задушить девушку и вернуться на танцы, у Думана Сагитова попросту не было. Думана Сагитова освободили из-под стражи под подписку о невыезде. Следствие зашло в тупик. Руководство МВД республики было обеспокоено затянувшимся расследованием и прислало в помощь опытного следователя из Алма-Аты. Он сразу отправил в столицу одежду убитой Маляки Дюсимбаевой для более тщательного исследования криминалистами. У следствия не было ни одной версии. Тупик. Тогда решили проверить возможную причастность к убийству Маляки Дюсимбаевой, судимых, рецидивистов, ранее осужденных за изнасилование. Так зверски убить молодую девушку мог только тот, кто давно приступил к черту. Проверка быстро дала результат. Сразу несколько свидетелей заявили, что видели 2 июля у них в совхозе Петра Лаврентьева. Все они знали, что он химик. Так в советское время называли тех, кто получил условный срок с обязательным привлечением к труду. Продавщица Сельмага рассказала, что Лаврентий в этот вечер покупал у нее коньяк. Из материалов уголовного дела. Петр Леонтьевич Лаврентьев осужден по статье 90 Уголовного кодекса Казахской ССР «Убийство при превышении необходимой обороны и мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление». В драке нанес смертельное ранение Семену Калитину. Петр Лаврентьев сумел доказать, что защищался от нападавшего, но суд счел его действия превышением самообороны и осудил на 3 года колонии общего режима. Через 2 года Лаврентьеву заменили срок на условный с обязательным привлечением к труду. Характеризуется отрицательно – вспыльчивый, несдержанный, склонный к нарушению режима. В советские годы, когда говорили, что отправляют на химию, каждый понимал, что речь идет об условном освобождении. Бывших зэков селили с другими химиками, и чаще всего они трудились на вредных производствах, куда сложно было набрать рабочих. Химики появились в 1974 году по указу Верховного Совета СССР, именно потому, что в стране не хватало рабочих рук. В Казахстане химия просуществовала до 1 января 1998 года, пока не поменяли Уголовный кодекс страны. Ранее осужденный за убийство Петр Лаврентьев, судя по его характеристике, вполне мог убить и изнасиловать Маляку Дюсимбаеву. Кроме того, стало известно, что условно осужденный химик в день убийства нарушил спецрежим. Он не вернулся в свое общежитие в райцентре. Выстраивалась такая картина. Петр Лаврентьев приехал 2 июля в совхоз Ленинский, напился, встретил на безлюдной дороге Маляку, изнасиловал и задушил. Пока прятал ее тело, опоздал на автобус до райцентра. Для следствия все складывалось удачно. Но очень большой процент возвращается обратно. Особенно эти преступления, которые идут умышленного характера.
воры, крадуны, разбойники, грабежи. Ну, там же еще у них как своя микросреда. И там, кто в лагерях, они уже как-то на эту стезю уходят. Многие, многие. Не буду говорить, опять же, как правило, потому что есть. Человек совершил там тоже убийство, да, ну, может быть, по неосторожности. А может быть, уже защищал себя, там надо было либо тебя, либо он. Есть, они выходят, встают на путь, так, ну, нормальный житейский путь и живут дальше. Но очень много, большой процент, и, конечно, статистика это есть, это проводили ее, именно возвращаются по второму, по третьему, по четвертому, в рецидив уходят. Следственно-оперативная группа выехала на задержание Петра Лаврентьева. Подозреваемый стал оправдываться, что в тот день, 2 июля, взял выходной, чтобы съездить в Ленинский. Там у него живет любовница Наталья Симочка. Купил коньяка, выпил у нее дома. Возвращался обратно в райцентр автобусом и по дороге уснул. Проснулся уже на автостанции. Пришлось ночевать на скамейке. Обыск комнаты Лаврентьева ничего не дал. Однако на спине и груди химика были видны отчетливые царапины. Их могла оставить жертва, когда пыталась защищаться. Лаврентьева арестовали. Смотрите после рекламы «Тюремный роман» и «Любимая женщина-химика Лаврентьева». В преступниках привлекает их бесстрашие, харизматичность, умение доминировать в каких-то ситуациях, умение найти общий язык с любым человеком. Случайная встреча трактористки на безлюдной дороге. Собственно говоря, работы в селе было очень мало в советское время для женщин. И новые подозреваемые в убийстве комсомолки-маляки. И убийца девушки все еще находится на свободе. Смотрите продолжение документального детектива «Было дело в 80-е» через несколько минут. Краткое содержание. Летом 81-го тело задушенной 20-летней Маляки Дюсимбаевой нашли в поле совхоза «Ленинский» в Павлодарской области. По одной из версий, девушку мог убить кто-то из знакомых. Подозрение пало на скотника Думана Сагитова, который ухаживал за комсомолкой и накануне убийства крупно поссорился с ней. Однако у парня оказалось алиби. И вот новая зацепка. В день убийства в совхозе видели условно освобожденного Петра Лаврентьева. Следствие не исключало, что убийцей мог оказаться бывший зэк. На допросе Петр Лаврентьев заявил следователям, что никого не убивал, встал на путь исправления. К тому же в скором времени он собирался жениться на Наташе и остаться жить в совхозе. Химик утверждал, что на вечер 2 июля у него есть твердое алиби, и подтвердить его сможет Наталья Симочка. Она честная женщина, работает в совхозе бухгалтером. Я же не убийца. Я не убийца. Наталья рассказала, что в день убийства Маляки к ней действительно приезжал Лаврентьев и весь вечер был с ней. Выпивали. Потом она проводила его на автобус. Очень переживала, чтобы Петр успел вернуться в свое общежитие. Ведь нарушение режима грозило химику увеличением срока. На вопрос следователей, почему она так слепо верит Петру, женщина ответила, что он настоящий мужчина, а в колонию попал несправедливо. Оттуда стал ей слать письма, завязалась переписка, и она без памяти влюбилась. Да, раньше были письма, сейчас уже можно вполне в виртуальном мире заниматься такой же перепиской. Наверное, да, женщины, которые не могли в реальной жизни найти вот так реального себе героя, они находили вот по переписке, а все знают, что мужчины, которые сидят за решеткой, они очень хорошие психологи. И очень тонко знают слабости женской натуры и многое чего ведают им. Они, причем, иногда и не стесняются и свои рассказывать подвиги, но этим как бы бравируя, они показывают, что вот они сильные личности, все. Но я думаю, что это женщины, которые искали всегда какой-то себе единственного мужчину, которые не считали, что вот он попал туда совершенно случайно. Но такое тоже может быть, конечно, да, и, может быть, и верили в то, что это... Я, честно говоря, не знаю, насколько все это оправдывалось, когда случались такие браки. Это интересная статистика. Но я думаю, это просто такое вот это, ну, желание, что ли, найти своего единственного. Хоть где, даже за решеткой.
в преступниках привлекает их бесстрашие, их харизматичность, умение доминировать в каких-то ситуациях, умение найти общий язык с любым человеком. Женщинам это очень нравится. Женщины любят мужчин, которые успешны. А преступники вот в коммуникациях часто бывают успешны. Когда их успешность заканчивается, и все-таки они претерпевают какие-то фиаско, неудачи, они попадают в заключение. А там им скучно. И вот когда им скучно, вся их энергия, харизма, она идет на сочинение очень красивых писем. Тем временем и водитель автобуса опознал Лаврентьева и подтвердил, что тот никуда не выходил, всю дорогу спал. Был очень огорчен, что пропустил свою остановку, переживал, что ему добавят срок. И хотя уже двое человек подтвердили его алиби, следователи решили пока оставить Петра Лаврентьева в СИЗО. Прямых улик против него не было, и, скорее всего, его любовница Наталья Симочка не врала, обеспечивая ему алиби, и водитель тоже. Выходило, что химик невиновен в убийстве Малики Дюсимбаевой, и убийца девушки все еще на свободе. План был такой: пока Лаврентьев находится под стражей по обвинению в убийстве Малики, настоящий преступник может расслабиться и выдать себя. Любовница Лаврентьева не понимала, почему до сих пор не отпустили ее Петю, мол, они хотят обвинить его в убийстве Маляки. А разве кто-то из сельчан видел его рядом с девушкой? Нет. Наталья также рассказала, что совхозная трактористка Айсулу Каражигитова жаловалась на днях в бухгалтерии, что вечером 2 июля ее чуть не сбили мчавшиеся по грунтовке «Жигули». Пусть лучше следователи и ее допросят. К этому моменту подоспели результаты экспертизы из-под ногтей жертвы. Подозреваемый Лаврентьев утверждал, что царапины на его теле оставила любовница. Но если он соврал, и это были следы борьбы с жертвой, то под ногтями Маляки Дюсимбаевой должны были остаться частицы его кожи. Криминалист тщательно изучил все образцы, но никакого биологического материала не обнаружил, только частицы грунта. Видно, что убийца Маляки был очень осторожен. Следствие вновь зашло в тупик, очередная версия окончательно развалилась, и Лаврентьева пришлось освободить. Сыщики решили опросить трактористку Айсулу Каражигитову, ту самую, на которую указала любовница Лаврентьева. Женщина подтвердила, что 2 июля ее едва не сбили несшиеся на большой скорости белые «Жигули». Это произошло, когда она, оставив поле трактор, возвращалась домой одна. Номер «Жигули» Айсулу не запомнила, но такая машина была у председателя совхоза Юрия Кравченко. Женщина не хотела бросать на него подозрения. По ее словам, именно председатель поддержал ее, когда она первая из женщин в совхозе решила сесть за трактор. Призыв к женщинам и девушкам осваивать сельхозтехнику прозвучал еще в 30-е годы. В движение тогда включились десятки комсомолок, в том числе в Казахстане. Ударным трудом, отвечая на решение июльского пленума ЦК КПСС, девушки-механизаторы Кировского района обратились к своим сверстницам с призывом сесть за штурвалы хлопкоуборочных комбайнов, добиться наивысшей выработки и выполнить социалистические обязательства к 60-летнему юбилею ленинского комсомола. В 80-е годы на гусеничном тракторе работала лучшая трактористка республики, женщина-легенда Асия Каиргельдина. Павлодарский тракторный завод передал ей в 1980 году свой юбилейный 100-тысячный трактор. Ну и в те времена вообще-то особенно такого не было, что выбор. То есть надо было всем работать, надо было всем кормить своих детей. Никто ни у кого ничего не спрашивал и ни, по кабинетам не ходил, не выспрашивал, дайте мне то, дать. Все работали, женщины работали, мужчины работали, все старались работать. Ну, во-первых, если это говорить о селе, то трактористы, комбайнеры, водители, то, собственно говоря, работы в селе было очень мало в советское время для женщин. Ну, не все же могут работать бухгалтерами, не все могут работать нянечками там, в какой-то там поликлинике. А если есть семья, то есть, ну, надо не просто дом содержать, надо еще какие-то деньги домой приносить. Потом приходилось идти вот на такую работу. И чаще всего это было еще семейным каким-то, то есть, папа комбайнер, мама трактористка. То есть это было не вопрос, это не было проблемой. Это не считалось чем-то из ряда вон. Я достаточно часто бывал вот в глубинке, то есть это считалось совершенно нормальным.
То есть если женщина за рулем там, комбайна или трактора, или машины, это часто было семейное, такая традиция. Председатель совхоза Юрий Кравченко заявил следователям, что вечером 2 июля на своих белых «Жигулях» никуда не выезжал. В это время он проводил совещание с руководителями подразделений и бригадирами совхоза. Все они и могут подтвердить его алиби. Совещание пришлось созывать срочно, так как в тот день в совхоз приезжал с проверкой инструктор областного комитета партии Нерестов. Требовал принять меры, чтобы повысить урожайность пшеницы. Председателю совхоза пришлось срочно собрать совещание и принимать меры. Активно соревнуясь за дальнейший подъем сельского хозяйства, земледельцы области, как и все трудящиеся республики, делом отвечают на решение июльского пленума ЦК КПСС. Широкий размах получило здесь движение за досрочное выполнение планов и высоких социалистических обязательств. В 1981 году в Москве прошел очередной 26-й съезд КПСС. Тогда, как и в прошлые годы, руководство партии заявило, что народное хозяйство по-прежнему стоит во главе угла, а советская экономика станет более эффективной. И именно в то время и возник лозунг «Экономика должна быть экономной». Визиты партийных руководителей на предприятия, совхозы и колхозы стали обычным делом. Пока в высших эшелонах власти сочиняли лозунги, следователи продолжали работать над громким убийством Малики Дюсенбаевой. И хотя душегуб стремился не оставлять никаких следов на теле жертвы, однако прокололся. Столичные криминалисты при тщательном исследовании обнаружили каплю спермы на платье жертвы. У сыщиков появилась новая зацепка в этом запутанном деле. Смотрите после рекламы. Еще одно убийство. Неужели в области орудует маньяк? Малику и Розу мог убить один и тот же насильник. Ведь душили их одинаково, ремнем. Почему следствие не объединило оба преступления в одно дело производства? Сейчас кажется очевидным, что с самого начала нужно было выдвинуть версию о серийном убийце. Под подозрением партийный работник. Есть такое красивое слово «прокладка». Когда-то я сама была инструктором в обкоме профсоюза. Смотрите продолжение документального детектива «Было дело 80-е» через несколько минут. Краткое содержание. В июле 1981 года обнаружено тело изнасилованной и задушенной Малики Дюсенбаевой. Под подозрение попали местный скотник, бывший зэк и даже председатель совхоза. Однако у всех было алиби, и расследование зашло в тупик. Пока алматинские эксперты не обнаружили на платье жертвы капли спермы, и у следствия не появилась новая зацепка. На руках у следователей оказались результаты анализов биоматериала с платья Малики Дюсенбаевой. Но сами по себе они ничего не давали. Необходимо было сравнить их с результатами экспертиз других уголовных дел. Следователи подняли все материалы с изнасилованиями по Павлодарской области и не прогадали. Оказалось, что в одном из районов в апреле того же года, за 3 месяца до гибели Малики, произошло похожее убийство. Была изнасилована и убита 18-летняя Роза Аблаева. Душили ее так же, как и Малику, ремнем. Но это преступление было раскрыто буквально по горячим следам. Местный разнорабочий Виталий Тихий, который злоупотреблял спиртным, был задержан прямо у тела растерзанной девушки. Снимал с трупа золотые часы и серьги. После нескольких дней в СИЗО Тихий неожиданно стал давать признательные показания. Суд отправил его в колонию на 10 лет. Но в материалах дела были показания сожительницы Тихого, которые теперь заставили следователей взглянуть на это дело по-другому. Из материалов уголовного дела. Я, Корякова Вера Ивановна, сожительница подозреваемого в убийстве Розы Аблаевой Виталия Семеновича Тихого, заявляю, что он никак не мог изнасиловать девушку. С 1976 года он является полным импотентом. Виталий больной, слабый человек, пьющий, а милиция на него надавила, чтобы он сознался. Я не выгораживаю Виталия Тихого, просто хочу добиться справедливости. Обо мне ходят нехорошие слухи, что я пью и веду антиобщественный образ жизни, но я говорю правду и прошу принять мои показания к сведению. И в СССР следствие ошибалось, пытаясь быстрее закрыть дело. Так, к примеру, вместо душегуба Чикатило, совершившего как минимум 53 убийства, был осужден и расстрелян невиновный.
И за преступление Сергея Ткача, известного как Павлодарский или Пологовский маньяк, оказались за решеткой или даже погибли после задержания 9 невиновных мужчин. Поэтому после развала Советского Союза стали говорить о введении моратория на смертную казнь, чтобы у несправедливо осужденного, когда настоящий убийца будет пойман, был шанс выйти на свободу живым. Показания сожительницы Виталия Тихого, осужденного за убийство Розы Аблаевой, требовали проверки и подталкивали следствие к версии, что Маляку и Розу мог убить один и тот же насильник, ведь душили их одинаково ремнем. Но следствие обычно не спешит выдвигать и отрабатывать версию о серийном убийце. Даже если убивает жертв один и тот же преступник, то далеко не всегда он действует похожим образом. И это осложняет его идентификацию. Только на первый взгляд кажется, что у каждого маньяка есть свой почерк. Обстоятельства и даже выбор жертв могут быть совершенно разными. Поэтому следствие бывает очень сложно объединить разрозненные дела в одно. Сейчас кажется очевидным, что с самого начала нужно было выдвинуть версию о серийном убийце. Но изначально не было для этого оснований. Ну, действовали как положено. Сначала опросили близких и знакомых, потом ранее осужденных. Когда серийник действует в разных районах, его крайне сложно идентифицировать. Требуется время на поиск фактов, которые позволят связать убийство с одним преступником. Следователи допускали, что Виталий Тихий мог оговорить себя, а настоящий убийца Розы Аблаевой ушел от ответственности и совершил еще одно преступление. Они искали любые зацепки, в первую очередь упоминание о белых «Жигулях». Но никто из свидетелей по делу Розы Аблаевой такой автомобиль не видел. Вместо этого следователи обнаружили, что в колхоз, где Роза работала учетчицей, в день ее гибели приезжал инструктор обкома партии Вилен Нерестов. Тот самый, который был в совхозе «Ленинский», когда убили Маляку. Но ведь не может партийный человек быть серийным убийцей. Есть такое красивое слово «прокладка». Когда-то я сама была инструктором в обкоме профсоюзов. Я закончила тогда физкультурный институт и уже поработала, и кружки вела, и в «Динамо» уже поработала. Как-то вот судьба меня занесла, одна из однокурсниц меня устроила в обком профсоюзов госторговли и потребкооперации. Я была тем самым инструктором. Моя работа сводилась к тому, чтобы я ходила, проверяла торги, райпищеторги, магазины, базы, рестораны, кафе на наличие, сейчас будете смеяться, комнаты отдыха для сотрудников. И ты приходишь туда и говоришь им: ай-яй-яй, нельзя так, нужно сделать. И они говорят: сделаем. И уходишь ты, и тебе накладывают такую баклажку, знаешь, с собой. Пакетик такой. Пакетиков не было, сумочки, там бумага была. Колбаса, паштеты. В общем, все деликатесы города Алматы вот тебе заворачивают. Сыщики решили еще раз переговорить с председателем совхоза и узнать, на какой машине 2 июля приезжал в Ленинский парторганизатор Нерестов. Юрий Кравченко ответил, что инструктор обкома партии обычно ездил с водителем на черной обкомовской «Волге», но в тот день приехал на «Жигулях», сам сидел за рулем. Сказал, что служебная машина сломалась, авто было белого цвета. Кравченко также вспомнил, что вместе с Нерестовым они заходили и в амбулаторию, в которой работала погибшая Маляка. Из показаний директора совхоза Юрия Кравченко. «Когда я приехал на место убийства Маляки Дюсимбаевой, то заметил следы протекторов. Такие следы могли оставить только «Жигули». Но я особо не придал тогда этому значения. Мало ли, когда сюда заезжала машина». У следствия появился новый подозреваемый. Инструктор Павлодарского обкома партии Вилен Нерестов. Но как проверить его причастность к убийствам? Партийные работники были недосягаемыми. Сыщики оказались в сложной ситуации. Даже статус столичного следака не всегда мог помочь в расследовании. Как можно было обвинить партийного инструктора, советского партийца при должности в убийстве? Это было немыслимо. И убийца об этом прекрасно знал. Это создало у него иллюзию безнаказанности.
И все-таки следователи начали разрабатывать версию с инструктором обкома Нерестовым. Они понимали, что против него нужны железные доказательства. Родственники Маляки ранее сообщили, что у девушки очень часто из носа текла кровь, и ее криминалисты обнаружили на платье жертвы. Возможно, капли бурой жидкости могли попасть как на одежду убийцы, так и на обшивку сидений «Жигулей». Раньше группу крови брали в доказательство, когда предъявляли обвинение. Там же формула большая, там же не просто там вторая положительная. По принадлежности группе крови раскрывали преступление. Не то, что там ДНК, генома, там, а именно по группе крови. Следствие на свой страх и риск установило слежку за инструктором обкома. Это не было преувеличением. Рисковали следователи на самом деле. Если оказалось бы, что Нерестов невиновен, то сыщики могли не только лишиться своих партбилетов и должностей, но и сесть в тюрьму. Смотрите сразу после рекламы. Первая жертва душегуба. Милицейская собака-овчарка обнаружила в посадке зарытый труп 17-летней школьницы. Кто же все-таки скрывался за маской жестокого убийцы? Могу однозначно сказать, что личности эти были глубоко порочные. И, конечно, они имели какие-то определенные психотравмы в детстве. И почему так долго сыщики не могли выйти на след преступника? Там потребовали полной секретности. Ни один факт не должен был стать достоянием советской общественности. Развязка документального ретро-детектива было дело уже через несколько минут. Краткое содержание. В Павлодарской области с разницей в 3 месяца убиты 20-летняя Малика Дюсимбаева и 18-летняя Роза Аблаева. Следователи уверены, что оба преступления связаны и в районе действует серийный убийца. Единственным подозреваемым становится инструктор местного обкома партии Нерестов. За Веленом Нерестовым, что странно, белые «Жигули» не числились. Однако наблюдение за ним показало, что он иногда одалживал такой автомобиль у своего знакомого. Веских оснований, чтобы получить разрешение на обыск этой машины, у сыщиков не было. Пришлось инсценировать попытку кражи «Жигулей», чтобы потом расследовать как бы несостоявшийся угон. Ночью два оперативника подошли к гаражу знакомого Нерестова. Взломали замок. Заходить в гараж не стали, чтобы не наследить. Все выглядело так, будто воры попытались взломать гараж и угнать «Жигули», но их кто-то спугнул. Креатив сработал. Еще до того, как знакомый Нерестова заявил в милицию о взломе гаража, к нему пришли оперативники, те самые, которые инсценировали взлом. Сказали, мол, позвонил бдительный гражданин и сказал, что кто-то пытался взломать гараж. Ничего не подозревающий товарищ Нерестова разрешил осмотреть его «Жигули» на предмет отпечатков пальцев взломщиков. Криминалисты обнаружили на сиденьях машины замытые остатки крови. Теперь нужно было не упустить этот шанс, чтобы доказать причастность инструктора обкома к убийству. Такие преступления ставились на контроль в СССР. И в прокуратуре СССР, и в МВД СССР. Поэтому я думаю, если там какие-то экспертизы нужны, возможно, может быть, даже и туда отправляли. Сложно представить, как милиционеры 40 лет назад без современных методов исследования вроде ДНК способны были раскрывать преступления. Но криминалистика развивалась, и следствие вооружилось новыми методами изобличения преступников. В конце 70-х, начале 80-х криминалистам даже предлагалось использовать методы голографии. Голография расширяет границы своего применения в криминалистике. При обнаружении подделок документов восстанавливает следы с их характерными особенностями, дает зримый объемный рисунок следов ударного механизма оружия на капсуле гильзы. Новые технические возможности хотят связать по рукам и ногам капризную случайность. Голография еще не раскрыла своих возможностей, но каждое новое знание разбивает незнание, начинает или поддерживает цепную реакцию в той суровой и бескомпромиссной борьбе, где встречаются преступления и закон, где закон ограждает общество и каждого из нас.
Образцы крови с обшивки сидений отправили в Москву, и вот пришел результат. Криминалисты подтвердили, что это кровь Малики Дюсенбаевой. Также на ткани нашли и следы спермы, которые полностью совпали с образцами на платье жертвы. Кроме того, знакомый Нерестова рассказал сыщикам, что инструктор обкома брал у него «Жигули» 17 апреля и 2 июля, как раз в те дни, когда были убиты обе девушки. Но чтобы доказать, что на обшивке и на платье жертвы сперма Нерестова, необходимо было его задержать. Из материалов уголовного дела, чтобы получить разрешение на задержание Велена Нерестова, отправили телефонограмму в Алма-Ату министру внутренних дел Казахской ССР. Доложили о результатах расследования. Однако доказательств для задержания подозреваемого было собрано недостаточно. Пришел отказ. Получив отказ в министерстве, следователи решили вызвать Нерестова как свидетеля. Предупредили сразу, что это не допрос. Инструктор райкома был спокоен, подтвердил, что действительно подвозил Малику Дюсенбаеву. Чудесная была девушка, он хотел дать ей хорошую характеристику. Когда вез Малику, у нее носом пошла кровь. Отсюда и следы на обшивке. Но девушка вышла из машины и дальше пошла пешком. Что было потом, Нерестов не знает. Но когда ему задали вопрос, откуда в машине еще и его сперма, и попросили снять ремень для исследования, тогда Нерестов начал нервничать, испугался. Следователи решили задержать инструктора райкома, понимая, что тем самым идут на конфликт с руководством. После задержания Нерестов отказался вообще отвечать на какие-либо вопросы, как издавать свою сперму на экспертизу. В обкоме партии сыщикам предоставили отчеты Нерестова о поездках по районам области. Следователи сопоставили даты командировок инструктора обкома партии с сообщениями о еще других нераскрытых убийствах молоденьких девушек. Так следователи наткнулись на заявление об исчезновении 17-летней школьницы Нади Хромченко, проживавшей в колхозе имени Гагарина. Туда была срочно направлена следственно-оперативная группа. Из материалов уголовного дела. Милицейская собака-овчарка обнаружила в посадке зарытый труп 17-летней школьницы. Надя Хромченко пропала несколько месяцев назад, в марте 1981 года. На трупе была обнаружена та же сперма, что и на платье Малики Дюсенбаевой. Следователи предполагали, что, возможно, это была первая жертва серийника. Видимо, свое первое убийство он совершил спонтанно, без подготовки. Увидел у посадки одиноко идущую школьницу и решился напасть. Потом торопился зарыть труп, поэтому на теле девочки и остался его биоматериал. Когда следователи предъявили Нерестову фотографии трупа Нади Хромченко и результаты экспертизы, он сломался и стал давать признательные показания. Это он убил Надю Хромченко, Розу Аблаеву и Малику Дюсенбаеву. Как утверждал извращенец, на преступление его подтолкнули интимные проблемы с женой. У них уже давно не было секса, а так хотелось. Кроме того, он обнаружил, что его возбуждают только совсем молоденькие девушки. Но завязать с ними роман Нерестов не мог. Сразу бы потерял работу в обкоме партии. Если просто маньяк или насильник, то это может быть человек, который в обычной жизни он не может найти себе партнера. По разным причинам. Там, сексуальная несостоятельность, психологически там, неуспешный, он может физически какие-то изъяны, там, некрасивый, несимпатичный или что-то такое. Да, чаще всего. Хотя бывает очень успешный человек, у которого есть благополучная семья, жена, дети. Но ему с детства даны такие установки, что вот в семье должно быть тихо, спокойно, без особых сексуальных, так сказать, всплесков. Это табу, там, потому что жена, она как бы святой секс ради деторождения. Могу однозначно сказать, что личности эти были, да, глубоко порочные. И, конечно, они имели какие-то определенные психотравмы в детстве или жили в такой среде, где видели, может быть, не такие прямо ужасающие картины, но, тем не менее, что-то наподобие видели. И, конечно, психопатология жестокости, агрессии – это все формируется в семье в первую очередь. Но и надо сказать, что психопатологические особенности агрессивности, сексуального насилия, они тоже и по наследству.
наследству могут передаваться. Ну и потом, конечно, когда он пошел уже по этой дороге, то, я говорю, это психология расстройства влечения, то есть жажда получения удовлетворения именно таким вот путем. Вилен Нерестов на допросах признался, что убийство первой жертвы Нади Хромченко было спонтанным. Поняв, что натворил, он наспех вырыл неглубокую яму и закопал труп. И все эти месяцы боялся, что тело найдут и его поймают. Однако время шло, Надю объявили пропавшей без вести, и Нерестов успокоился. К убийствам Розы Аблаевой и Малики Дюсембаева серийный убийца готовился уже тщательно. Сбой случился, когда у последней жертвы из носа пошла кровь и испачкала обшивку «Жигулей». Нерестову Малика Дюсембаева приглянулась сразу. Он всегда искал повод, чтобы наведаться в совхоз Ленинский к ней в амбулаторию. Девушка хорошо знала инструктора обкома, поэтому спокойно села в машину в тот роковой день, когда убийца предложил ее подвезти. Ни о чем не подозревающая комсомолка по дороге рассказывала партийцу о насущных проблемах, делилась с ним планами о будущем, которым не суждено было сбыться. Похоть возымела верх над разумом, и сердце Малики Дюсембаевой перестало биться в ту же секунду. Как только протокол с признательными показаниями Вилены Нерестова лег на стол партийного руководства республики, в расследование вмешалась Москва. Там потребовали полной секретности. Ни один факт не должен был стать достоянием советской общественности. Семье и сотрудникам обкома сообщили, что партийца послали в командировку в Молдавию, где он попал в смертельное ДТП. На самом же деле Нерестов повесился в СИЗО. Повесился на том самом ремне, которым душил своих жертв.